этого пилота мы сейчас узнаем. Лисовский Вадим. Насколько хорош будет Александр, мы сейчас узнаем. Как видите, дорогие друзья, не знаю, почему на это закрывают глаза, но я как комментатор. Вадим Клихновский, он за Opel Astra Jeep. Насколько хорошо они будут выдал за эти, мы сейчас и увидим. Твой есть. Чисто. Так. Пока перекрайная украинка есть, но что-то у нас в Афинке-Карабово в подгоннике. Видно, решил перекурить прямо за рулем, но что делать? Ха! Самое интересное, вот вы знаете, вот смотрю я на Александра. Сначала ехала, у него одна фара горела, да? Потом выхлопной пух, и у него две фары горели. Отлично! Оторвало какое-то впечатление, его сняло. Небольшая техническая нагрузка, небольшая техническая пауза будет, так что прошу терпения у всех зрителей. Подождите, пожалуйста. Алексей, кто-то вставит. Закончится. Готовятся. У нас следующие пилоты. И снова у нас снова пилота великолепно стартует. Насколько чисто будет заезд, мы сейчас узнаем. Итак, дорогие друзья, вот. Что же не так? Что же не так у нас Юркевич Андрей? Юркевич Андрей почему-то не справился с разворотом. Потому что про это ворота подбой. Тоже он быстрый. Евгений Цедрин, цифра номер 5. Евгений Цедрин, цифра номер 6. Он прекрасно проезжает, пока чисто свой маршрут. Самое главное, что он пилоты не поменяют. Они, конечно же, отслеживают это и какой-то стараются в какую-то категорию не попадать. Для того, чтобы один автомобиль не догнал другой. И так, как видите, ворота пока взяты, но не... Максимум, я думаю, 170 лошадиных сил. Удельная лошадь, может быть, если не равна, но во всяком случае стимулирована за счет того, что масса от Омега Рено, конечно, будет не меньше. Вот это было.
Дмитрий Баркан. 2-0-1-25. В отборе самое главное, чтобы было без приключений. Самое главное, чтобы каждый из них... Ванечка! Ваня! Да! Хорошо, выехал в дворик. И вот Дмитрий Баркан, он движется со стремительной Анатолию Шевченко за то, что он как... Давай воду заливать. Так, сейчас хомутик. Слушай, а форсунку может какую-нибудь? Нет, она мне будет. У меня на тормозов. То есть я нажму на тормоза, и она качает. Ну, я поставил такую хрень. Не, форсунку, чтобы она не просто лилась вода, а как-то распыляла. Форсунку? Ну, оттуда снять можно? А нет, там ты вон. Итак, первый ворот, полицейский разворот. Есть, Сергей Давыденко попробовать отыграться. Сергей Гайко, неужели он сегодня как никогда быстр? Никак. И да, не чувствует себя... Лобки работают. Не знаю, именно там, где он должен быть. Насколько хищный хищник хорош будет сейчас, мы посмотрим. Как видите... Да, хорошо, замечательно. Сергей Гайко прошел и... Сейчас кто? Мы приглашаем сейчас вторую пару. Дмитрий Баркан и Александр Цедрик на старт. Был шанс, что он... Сергей Гайко! Поехали! Итак, как видите, красный автомобиль. Это Александр Цедрик. Прекрасно! Не сбивайтесь! Ну,
После этого сама трубка, то есть часто турбину снимали, вот эта трубка железоподачи масла, она тоже как бы масло с нее сочится. Соответственно, все сливается, и сначала идет пар, потом пар выгорает и масло горит. Вот то же самое, вот мы ехали вот первый заезд. Сначала пар, в этом паре ты теряешься, как бы, и потом вас горит. Оказывается, горит масло. Но сейчас уже сделали на автомате. То есть я еду, на тормоз нажимаю, у меня вода еще идет, подача идет с бачка воды прямо в турбину опрыскивается. Сразу тушило огонь. Она потрескается, блядь. Вот смотрите, вон те две фишки стоят на одной линии. Финиш по папке. Именно фишка вот тут где-то стоит. Но она тоже на одной линии практически стоит. Даже если она свечена левее немножко, там всем кажется, что она левее свечена. Все равно он уже пересек ее и спрятался за нее. А та машина еще не доехала. Я вижу. Что не видно? Женя, что конкретно? Чуть-чуть можно вернуть назад? Нет, ну смотри. Чуть-чуть. Вернее, знаешь, чтобы видно было, что как стоит фишка. По кадрово. Под углом откуда? Нет, справа. Это, как вы помните, внутренние ворота, полицейский разворот. Да. Очень быстро Цедрик делает разворот полицейский. А Иван Давыденко долго